Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». 24 серпня 1991 року народилася як держава Україна, а в цей час у Миколаєві народилася нова родина. І ми запросили Сергія та Олену у нашу студію. Завтра ви відзначаєте срібне весілля. Народилися в один день із державою Україна. Я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Доброго утро. А давайте пригадаємо той день, коли ви стали на весільний рушник. Да? Ми побачимо відео, де ми підготували. А ви пригадаєте, що це був за день для вас? Ну, волнительний був день, звісно. І все це, як вроде вчора було. Навіть не віриться, що пройшло 25 років. Подивіться, яка красива наречена, який стрункий наш наречений. Так? Ну, погода была очень сказочная, солнечная. Потом пошел дождик, потом опять солнышко. Ну, как-то все было очень празднично, торжественно. Я же говорю, что как-то вроде и не было этих 25 лет, вроде как вчера. А зараз мы бачимо відеокадри, як ви зустрічались 20-річчя свого одруження, так? Сергію, а ви ще пам'ятаєте з того дня? Ну, такое воспоминание осталось, когда мы поехали уже после того, как расписались, ну тогда же машины, эскорты, поехали на кладбище к моим родителям, ну да, еще мама там лежала, и к Лениной бабушке. Ну и водитель, а он наш знакомый был, в обкоме еще работал водителем, черная Волга, и ну так получилось, что он машину заглушил, говорит, все, машина поломалась, мы стоим на кладбище. Ну такие вот воспоминания осталось, но потом, да, пошел дождь, и как бы воспоминания очень такие яркие остались. И солнечко, и дождь, да, так? Да. Дождь на счастье, на богатство, такая предмета, ну, да, хорошая. Хочется верить в это, что так оно и есть. Как вы познакомились? Ну, так познакомились мы случайно, можно сказать. Моя подруга, а Сережин друг, встречались, и его забрали в армию, и он приехал в отпуск. И мы хотели, я хотела сильно посмотреть, что же там у подруги за кавалер. Ну, мы договорились с судостроителем на дискотеке встретиться. И я пришла с подругой, а Сережа пришел с другом со своим. Там мы встретились, увидели друг друга, пробежала, наверное, какая-то искра, я так думаю, потому что как-то у нас все быстро произошло. И так мы познакомились. И эти ребята были у нас дружка и шафер. Ну, к сожалению, у них отношения не сложились, ну, а мы... А у нас сложились. Как-то через полгода мы поженились, мы долго не тянули. Молодцы. Сергей, а что вы подумали, когда побачили Олену вперше? Ну, на третий день после знакомства, наверное, я такой влюбчивый, наверное, и просто по знаку гороскопа я дева. Как и поэтому, я. Да, поэтому, ну, наверное, Елена Петровна... Моя на веки веков. И получилось так, что после двух недель знакомства мы пошли еще туда, было тоже кафе. Ну, там, друзьями периодически там встречались, там, на выходные дни. Такой парус еще был. Вот мы там, как бы через две недели, наверное, да, там, да. За столом, я говорю, будешь моей женой. Ну, так сказал, это... я тебя еще плохо знаю, но ты будешь моей женой. Так, не в лоб. Все. Я бы до этого поставилась. Поверили? Поверила. Вы знаете, что-то я сразу как... видела Сережу, то я, во-первых, мне привлекло, что вот он такой скромный был тогда парень и надежный какой-то, да, вот я почувствовала, что надежный, что можно с ним создать семью, поэтому как-то вот не было таких сильных раздумий, ну и так вот получилось у нас. А скажіть, будь ласка, от день, який ви стали весільний рушник, символічний для цілої держави. На вас це якось вплинуло? Ну, звісно, у нас, як у держави, там були зльоти, падіння, зльоти, опять падіння. Надіємося, буде зльот. Так і у нас в сім'ї були різні ситуації, і ссори, і примирення, і радості, і печалі, і... Ну, как вот в любой семье, можно сказать. Не может быть все там чисто, гладко. Должны какие-то быть препятствия, чтобы их преодолевать, и чтобы дальше потом идти уже, как говорится, с гордостью, что ты преодолел это препятствие. А чи знали ви, що це саме такий урочистий день для цілої країни? Чи поки що не усвідомлювали того? Ну, мы, в принципе, не знали, потому что
ввели этот праздник, я так понимаю, ну, как я знаю, на следующий год. Мы просто подали заявление, когда стал вопрос, на какое число, то мы решили, у Сережи 24 августа еще день рождения. Так, поэтому подарок, так, мы решили, что соединим эти два праздника и подали заявление на 24 августа. Ну, потом в итоге получилось еще, что так вот у нас все совпало. Ну, как все получилось, путч, тут не знаем, что будет, кафе заказано, что будет, звоним. Мы тоже думали, ЗАГС, что уже будет отменено. Отменят, может, мало ли, что там вообще происходит в стране, еще в Советском Союзе. И тут вот буквально за там 3 дня Советского Союза нет, уже есть незалежная Украина. И вот мы, как говорится, нога в ногу, со временем движемся как страна. Тяжело, бывают такие моменты, я тоже сейчас... технологическом отпуску, как и вот в Украине происходит, да. Ну, там будем надеяться, что это временно, и что 2016 год закончится, уже будет более благоприятно и для нашей семьи, и для Украины в целом, что найдем компромиссы. Какие головные надбания вашей родины? Ну, это, конечно, наши дети. У нас 2 дочери. Вот старшая дочь в прошлом году вышла замуж. Теперь ждем внуков. Младшая дочь, вот она закончила в этом году 9 класс. Она у нас умничка, она одна из лучших учениц класса. Ее очень хвалят. Такая девочка. Хорошая девчонка. Талантливая, можно сказать. Вот есть такая всесторонне развитая. Как-то она сама к этому идет. Старшая дочь тоже хорошая. Зять хороший, у нас появился сын, о котором Сергей уже очень мечтал. Когда вот я ходила беременная со вторым ребенком, то Сережа очень мечтал, что будет сын. Ну, появилась у нас девочка еще одна. Ну, мы очень счастливы, что у нас такая девочка появилась. Поэтому у нас сейчас 2 дочек, 1 сыночек, можно сказать. Теперь будем ждать, когда появятся внуки. Сергей, какие трудности вам доводилось долати? Про які ви не сподівалися, не могли думати, гадати, коли стояли на весільному рушнику, але які вам вдалося все ж таки подолати? Ну, скоріше всього, це, мабуть, було розуміння взагалі, як би тяжело було з роботи, ну, як в то время, да, там десь на заводі потрібно було роботи. І що там стану на таку, ну, дорожку по роботі там, в качестві бізнесу, да, там треба було там щось як-то придумувати. Ну, креативить, показывать свои какие-то амбиции, да. Ну, наверное, за этот период времени я, наверное, там показал. Ну, хотелось бы там чего-то уже большего и не работать в компании где-то, а уже как бы открывать, может быть, свой какой-то бизнес. Ну, и работать во благо города, для города. Ну, вот пока вот такие вот намерения в дальнейшем. Сімейне життя вам допомагало чи ставало на заваді? Звісно, це одне із самих основних ключових, наверное, показателей, що рядом зі мною була любима жена, діти, теща, які ну, постійно давали якусь определенну положительну зарядку, да, в плані того, що от йдеш там на роботу, тебе там, ну, пожелай, ну, слід летиш в Азію, знаєш, що перед дорогою. Определенные там у нас там есть традиции. Слова, традиции, да. Что нужно сказать. Вот. Ну и вот таким вот образом постоянно как бы ангел-хранитель семья, да, вот они все время со мной. А какие, от, крім таких оберіговых моментов, какие еще традиции у вашей родины? Рыбалка. Мы все любим очень рыбалку, да. Всей семьей. У нас есть лодка, и мама моя тоже очень любит. И вот, вот это у нас такая вот традиція сімейна. Плюс, да, як ну, найбільшу рибу впіймали? Ну, щука 3700. Отаку? Отаку? Ну, як показали перший раз. Я по маленьким рибкам. Я як-то ще на щуку. Я люблю, щоб таку удочку закинути одразу. А там треба терпіння. А я немножко... Ну, Сережа, звісно, привозив... Бувало, приїжджав без нічого, бувало, привозив такий улов, що, як говориться, я смотрела... Лучше ну, когда бы упил. Когда же я все это перечищу? Ну, это тоже очень приятно. Ну, плюс, конечно, у нас все праздники, Новый год, дни рождения, все у нас это отмечается в семье. И как-то мы не пропускаем семейные именно праздники, мы всегда Пасха, вот мы всегда вместе всей семьей, Новый год всегда всей семьей, ну, повторюсь, дни рождения. Годовщина свадьбы, конечно, это не обсуждается. А який найдорожчий подарунок зробив вам чоловік, найприємніший? Детей, моих дочек любимых. Это, мне кажется, самое, вот в моей жизни это самое такое вот... Так, самый дорогой подарок.
что у меня вот такие замечательные две дочери, я их очень люблю, и они у меня очень хорошие девочки такие, что проблем у меня с ними никогда не было. Мы как-то друг друга понимаем, они меня поддерживают всегда. Вот когда Сережа улетал на долгие командировки, ну кто у меня рядом была? Мама, тоже очень золотой человек, и мои дочери, которые во всех ситуациях трудных поддерживали, были мне опорой. Завтра у вас срібне весілля. Ви будете урочисто його відзначати, так? У палаці урочистих подій вже готують церемонію. І будуть знову стелити весільний рушник, так? Вдягати обручки. Скажіть, от із якими думками, почуттями ви підходите до цього дня? Чим ви могли б поділитися із своїми донечками, із нашими глядачами? Ну що, я хочу сказати, що... Да, семейная жизнь – это тяжелый труд, можно сказать, потому что на пути встречаются такие препятствия, что бывает, руки опускаются, и думаешь, как же это все преодолеть, почему так вот оно все. Самое главное, чтобы было надежное плечо, чтобы доверяли друг другу, чтобы не было каких-то там обманов, предательств, измен. Вот измены я вообще очень, ну, не знаю… И доверие, в первую очередь доверие. Нужно доверять друг другу и уступать друг другу, может, в каких-то ситуациях. Ну, мне кажется, так, любить друг друга. Ну, можно так сделать вывод такой, что надо друг друга любить. Просто вот любить. Сергей. Ну, хотел бы ко всему добавить то, что сказала Лена. Наверное, тоже еще и терпение. Потому что без терпения, выдержки, да, когда бывают такие моменты, что нужно просто подождать. И все, как говорится, станет на свои... места, и будет еще даже лучше. Ну, это как в этой притче, да, когда посадили зернышко, и плод вышел через 2 года, это растение бамбук, да, то есть надо ждать его, надо поливать, обхаживать. Поэтому так же самое и здесь в жизни. Если не будешь терпеть, не будешь ждать, то не получишь тех результатов, которые хотел, ну, видеть на перед собой в дальнейшем, там, ну, как-то так. Дякую вам. Бажаю вам красивого срібного весілля. Дуже в такому сімейному тісному колі зустріти це свято для вас. І здоров'я всій вашій родині, всім його членам. І, звичайно, довголіття. І вам, і нашій країні. Дякую.